Здравствуйте, с вами телеканал «Зона», я Сулейман Шебзухов. Передача «Правосудие по закону». Мы сегодня приехали в Костарево, где жил Савин Сергей Николаевич, сейчас осужденный по убийству. Мы приехали, чтобы продолжить журналистское расследование, и как раз появились действия от Следственного комитета по Владимирской области, которые уведомляют, что 9 февраля 2017 года против матери Зои Владимировны возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ. Это называется задача ложных показаний. Очень интересно, почему задачу ложных показаний суд не вынес никакого определения, и никто об этом не говорил, и вдруг возбуждает уголовное дело. И какие она давала ложные показания, пока неизвестно, потому что приезжал следователь Горичнин, Павел Иванович, наверное, по документам не видно, что П.И. это следователь Следственного отдела по Петушинскому району здесь, да? Да. Зоя Владимировна, вы расскажите, пожалуйста, и покажите, что они делали здесь. Ну, они приехали вдвоем с адвокатом дежурным, засняли кухню, этот зал и две терраску, где сын спал. Ну, сейчас, наверное, мы пойдем, вы все покажете, да, заснимать, что все они засняли и как он. Коридор, я не знаю, он, по-моему, не заснимал, но в бумагах все было написано. Ну, осмотр места происшествия, да, дома, да, они сделали. Да. Вы там расписались в этом осмотре, да. Ну, покажите тогда, давайте посмотрим, что они снимали. Вот здесь. Слышимость у нас очень сильная. У меня вот соседка, она прекрасно давала показания, что когда сын пришел, где-то около 10, она говорила, у нас стеночка здесь вот такая тоненькая, здесь все-все слышно у нее, она здесь бывает все лето. Вот. Она давала показания, но они в счет не идут. Ну вот вы что? Смотрите, вы где-то расписывались, да? Ну да, он мне вот две пачки бумаг давал. Ну как, по три лица. Это осмотра, да? Да, осмотра, еще что, я не знаю, читал. Адвокат, ну, читал. Как и... я понимаю, здесь не предъявлено обвинение. Если предъявили обвинение, то и Владимир, вы должны были. Нет, они за ложь. А я подписала в одном, что... Уведомляю, что 20 февраля в 11 часов помещение следственного... Да, это вот не ехать. Расположенное. Поэтому будет предъявлено обвинение. Да. Предъявлено обвинение 20 февраля по даче ложных показаний. Значит, оно пишет. Зоя Владимировна, вот здесь написано, данное решение должно быть обжаловано, может быть обжаловано руководителем следственного отдела Петушинского следственного управления. Я вам советую сейчас обжаловать, все это делать. Но мы сейчас, наверное, пойдем с улицы, снимем, как он мог выйти, а потом мы поедем в магазин и посмотрим, что там есть. Потому что возбуждать уголовное дело, как я сказал, по каким основаниям и кто жалобу подал, или что не там знаю, сделано, прошло почти два года. Два года. А я забыл, мы рассматриваем дело журналистское расследование Савина Сергея Николаевича, который обвинили в убийстве и дали
9 лет и 8 месяцев, да, сейчас отбывает. И поэтому наказание. Это судья Петушинского суда Головин. Мы об этом раньше рассказывали. Но мы сейчас приехали сюда, в Костерево, где проживал Савин, в связи с тем, что и она считает, и мы считаем, что он в убийстве не замешан. Нет, он спал дома. Я следователю сказала, он спал дома. Если бы он вышел, я говорю, у меня бы и собака лаяла, и муж бы тоже кричал, ты чего, куда пошел, потому что я не усну, пока сын не уснет. Когда пойдем на улицу, и там посмотрим. Вот наша сторож. Собака лает тоже. Такой звучный голос, чтобы не слышать. Да, она бы лаяла, разрывалась. А потом и они, когда вот к дому подходили, она лаяла. Выбежала, аж прям норовила разодрать. Телье вот этот, он стучался или как-то должен был? Да не было ни крика. Ну, у меня бы соседи слышали. Он давал показания, сосед, тоже на суде. У меня эта соседка слышала, я на другой день приходила. Видел, как он играл на гармонии, на аккордеоне, на лавочке в огороде. Ну, там есть, да, показания все эти. Это зверски убивший человек, он должен вообще без крови быть. У него была веревочка вот здесь на этом, он никогда ее не снимал. Должна кровь все равно остаться в этих волосиках там, пояс. Они изымали вот эти. Они взяли, да, кольцо мне отдали, на кольце тоже должна быть кровь. Даже под кольцом на пальце должна остаться кровь, въевшаяся, как вот все передает, 2 месяца она не проходит. Но ничего не нашли, ну нету, ничего, к чему придрались, не знаю. И сейчас? Вот, а сейчас вот... я виновата, подсудимая стала за то, что сказала правду. И говорю, и буду говорить, до Москвы, я ей следователю сказала, до Москвы дойду, потому что я правду говорю. Сын ночевал дома. Ну хорошо, все, вот это, на это мы сейчас пойдем на улицу. Вы, Зоя Владимировна, не переживайте. Ну, не переживайте. Переживать вы не можете, но все равно держитесь. Я вам советую, держитесь. И мы дальше продолжим журналистское расследование. В этом человеке никто здесь плохого не говорит. Друзей у него никогда не было. Не было, потому что он здесь не жил. Он жил с нами в железнодорожном. И вот приехал помочь нам, так как отец инвалид, и его забрали. Отказаться от адвоката, извините, можно другого.
Не рассматривается в судебных прениях, вашу позицию слушаю. Я вам предоставил 2 недели для подготовки к судебным прениям. Пожалуйста. Обращаю внимание. Пожалуйста, Саня, ваша позиция. В таком случае я хочу, что... Соглашаетесь с позицией гособвинителя, либо имеете иную позицию. Я не соглашаюсь. Не согласен. Что-то добавить хотите еще относительно вашей позиции? Потому что я не виновен, это не просто не... То, что это по делу происходит, это чушь какая-то. От того места, где я проживал и до Полевого, то есть это один из районов города Костерева, вот, он находится в 3 километрах, почти в 3 километрах от моего проживания. Ну, да, мы там гуляли, Александр там был, хотя его не сразу там вспомнил, уже после этого. Вот мы находимся с Зоей Владимировной во дворе. Вот как вы видите, вот эта дверь. Вот эта дверь, откуда должен был выходить, с той стороны мы сняли, должен был выходить Сергей. И вот если человек зашел, он должен был или туда постучаться, или не знающий человек сюда, наверное, постучится. Во-первых, он не взойдет, не знающий, потому что у нас задвижку никто не знает. Что это, как открывать ее, а потом она часто бывает закрыта на болт мы закрываем. Там болт лежит, я вам могу показать. Закрываю на болт, так что незнакомый человек открыть ее никак не может. А в этот вечер закрывали на болт? А мы все время закрываем. Все время, да? Все время закрываем. Вот, потому что у нас здесь цыгане ходят, и в больнице цыган много, и вообще очень плохо вели себя. Поэтому мы все время закрываем. Вот. И зачем надо было ему, сыну, с этим Александром идти на речку, когда вот подходи, садись и сиди спокойно. На улице было тепло, сиди спокойно. Зачем на речку-то идти? Вот тем более, здесь, да, если здесь показали, я даже не знаю, его возили куда-туда, как мне сказали, к этому, к общественному саду. А если к общественному, это надо проходить вон там, около мусорки, это ночью. Это уже вечер, 11:12, и это уже темно. И как можно пройти нестоящий человек на ногах в сильном опьянении, незнакомое место, пройти мимо мусорки, найти там ножик, это что, ползком он, что ли, искал этот ножик-то, или заранее ему приготовил кто-то. И идти на речку куда-то в такую даль, это 2 километра, наверное, 1.5-2. Вот идти на речку, где его Сергея привозили и показывал он якобы место, как его привезли, вот тебе место. И ни крови там нету, ничего не нашли. Вы поймете, не знаючи, как открывать дверь? Нет. Вот всегда здесь болт. Вот мы закручиваем его, и у нас дверь всегда закрытая. Вот. Она закручивается, да? Вот так. У нас закрыта, и попробуйте вот откройте ее. Не знаючи дверь, замок. Значит, не мог человек, который первый раз... Не может, не знаючи человек. Тем более, никто не знал, что Сергей здесь живет. Не знали. Знает, что у него квартира на Полевом, что он там прописанный. Но что здесь он живет, никто не знает. Вот сейчас пройдем вот мимо гаражей. Дом двойной. Да, вот, дом двойной у нас. Сейчас Зоя вот Владимировна. Здесь как? Живет Татьяна Михайловна. В этой вот половинке. Вот ее окно. Окно у нее летом всегда открытое, приоткрытое. Кровать у нее здесь, прям рядом. Чтобы кто-то подошел и кричал, она бы слышала. Но она никого не слышала. Соседи тоже никого не видели, не слышали. Они давали показания. Да, да, да. Но суд не зачел так, как она же проживает здесь, в одном доме. Ленинская 2 ты снял? Ленинская 2. Ну вот с телевидения. Подойдите к нам. Несколько вопросов задать. Я здесь неделю. Неделю, да?
вы где вы работаете? А до вас кто? Вы сменщица, да? Нет, вы... да, она уволилась, ну там, в своем обстоятельстве. Это с кем работала жена Александра? Вы знаете историю, да? Про историю, что вы убили человека. А, да, слышала. Слышали, да? Вот я вот что хотел, жена его работала здесь, и напарница тоже работала, да? Теперь напарница уволилась, да. Напарница. А где ее можно найти, телефон, если вы не знаете? Телефон знаю. Она недалеко живет, да? Здесь где-то пустили. Это с телевидения вас беспокоит. В Москву мы приехали по делу Савина и Теляева. Мы бы хотели с вами переговорить, мы находимся в магазине. Можно с вами переговорить? Алло. Мы журналистское расследование делаем по поводу убийства, которое было у вас в Костерево. На день пограничника. Под мостом. Ну как вы не в курсе? Оля, сменщица, вот которая Вера, на тебя Вера. Работала. Вере, Вера, муж или кто там? Убитый Вера. Ну, просто я-то здесь ничего не знаю. Я... Ну вы можете подъехать или мы к вам подъедем переговорить. А с Верой вы общаетесь, нет? А ее нет, куда она уехала. Она здесь или уехала? Может, она с ней как-то свяжется? Ну, нам нужно было с вами переговорить и с ней тоже, но с ней потом, наверное, где она находится, где далеко отсюда находится. Юропольский, да? Ясно. Ну, мы проводим расследование, поэтому хотелось бы с вами переговорить и взять ее координаты, если у вас ее координаты есть. Ну, позже мы не можем. Тогда давайте я ваш телефон запишу, да? Мы приедем, когда уже чуть снег растает, или даже пораньше. Чуть-чуть приедем, чтобы мы, у нас поступили сведения, что от других людей, когда это Александра видели здесь последний раз. Поэтому нам бы хотелось все это узнать и решить вопрос. Я с вашего позволения ваш телефон запишу, да? А потом мы приедем, с вами свяжемся, если возможно сесть, чтобы мы узнали суть вопроса, что там произошло. Ну все, меня зовут Сулейман, телеканал «Зона особого внимания», телеканал «Зона». Нужно брать телеканал «Зона» и наши журналистские расследования смотреть. Хорошо? Я запишу ваш телефон и мой тоже запишите, если вдруг я позвоню. Ни о чем не разговаривать, только в самом начале. И вдруг все разошлись. Ну, я ушел. Они остаются там последние. Даже свидетель Кондратьев, который сожительница Александра, она утверждает то, что в 22:20 она ему звонила на мобильный телефон. Сперва она была уверена, то, что это отвечает ей Александр. А потом не согласен, сказал наоборот. И здесь она это говорила, то, что это не Александр был. И звуки там странные были, крики. Во время прений сам обвиняемый рассказал, что он не мог убивать и никак не мог содействовать того, что убили. Он с ним расстался, хотя днем они пили вместе, день пограничника отмечали, но после за ним никто не приходил, он ночевал дома. Орудия преступления не нашли, как он рассказал, за 5 километров, что он унес голову отрезанную и в реку кинул, это мы считаем абсурдом. Ну вот мы сегодня находимся в Костерево. Мы не нашли никого, ни жены убитого, ни ее подруги. Мы созвонились и
будем в дальнейшем проводить расследование. Вот магазин, из которого вышел убитый последний раз Александр. На этом мы заканчиваем свою передачу «Правосудие по закону». А вот где нашли его, по-моему, где-то здесь, наверное. Если как у моста, вот мост здесь. На этом мы заканчиваем свою передачу «Правосудие по закону». С вами был Сулейман Шибзухов. До свидания, до скорой встречи.